Приветствую всех зрителей канала Device. Сегодня я подготовил для вас обзор сравнения топа 5 комплектов для геймеров. В их составе удобная клавиатура и геймерская мышь. Эти 5 устройств показали лучшие технические характеристики по сравнению с другими устройствами похожей ценовой категории. В обзоре мы подробно рассмотрим каждый комплект, расскажем о его плюсах и минусах, чтобы вы могли определиться с выбором. Прошу вас поделиться своими впечатлениями от просмотра видео. Какой комплект понравился вам больше всего и почему? Расскажите об этом в комментариях. Под роликом я, как обычно, оставляю для вас ссылки на интернет-магазины, перейдя по которым вы сможете изучить подробную информацию об этих устройствах. Подписывайтесь на наш канал Device, чтобы не пропустить новые интересные обзоры, нажимайте на колокольчик и ставьте ваши лайки, а я начинаю обзор. Итак, поехали! Первым в нашем обзоре идет проводной комплект клавиатура плюс мышь A4 Q200 B200 Q210 плюс Q9. Он рассчитан на использование игроками. Проводная мышь в этом наборе специально сконструирована, чтобы во время игры геймеру было комфортно ею управлять. У нее есть удобные для нажатия пальцами кнопки с быстрым откликом. Высокоточный сенсор обеспечивает точность действий игрока. Мышью удобно управлять при использовании ее на любых поверхностях. Клавиатура выполнена в защищенном от влаги корпусе, у нее быстрый отклик. Устройство имеет 4 прорезиненные кнопки WASD и горячие мультимедийные. Клавиатура сконструирована так, что даже при длительном пребывании за компьютером руки игрока не устают. В темное время суток у кнопок включается подсветка, так что можно обойтись без дополнительных источников света. Такой функциональный игровой комплект способен существенно упростить игровой процесс. Длина кабелей мыши и клавиатуры не затрудняет движение геймера и позволяет комфортно разместить оба устройства на столе и использовать во время прохождения игр. Следующим в нашем обзоре идет комплект Hama U-Rage Illumination. У него необычный дизайн. Клавиатура и мышь Hama U-Rage Illumination удобны и функциональны. Комплект будет отличным решением для игр и работы в современных программах. Устройство быстро и легко устанавливается, нужно лишь подключить кабель к USB-порту. Мышь эргономична, каждая ее деталь продумана, и ею будет удобно пользоваться даже длительное время. Дизайн проводной мыши продуман для правой и левой руки, она имеет 6 кнопок для управления и колесо прокрутки. Такая удобная мышь позволит легко одолеть противника в любимой игре. Разрешение оптического сенсора 2400 DPI позволяет в полной мере насладиться плавной работой мыши. Курсор отличается чувствительностью и не зависает на документах и других файлах. Мышь легко передвигается по поверхности и питается от USB. Клавиатура классическая, мембранная, она оснащена 104 клавишами, есть цифровой блок. За такой клавиатурой комфортно набирать текст. Есть подсветка клавиш и мыши, дополнительные интернет-клавиши. Следующим идет обзор комплекта для игр от Asus, мыши клавиатура Cerberus Combo. Эта геймерская клавиатура с водостойкой конструкцией оснащена прочной металлической рамой. Надежная и долговечная конструкция придется по вкусу любому увлеченному геймеру. Клавиатура Cerberus выполнена из высококачественных материалов и нацелена на длительное и интенсивное использование. Продуманная конструкция корпуса клавиатуры включает в себя специальное дренажное отверстие. Оно предотвращает повреждение клавиатуры в результате случайно пролитых на нее напитков. Есть 12 программируемых клавиш, что позволяет записывать последовательности команд, макросы и привязывать их к одной из них. USB-клавиатура оснащена подсветкой. Благодаря прорезиненным ножкам геймерская клавиатура Cerberus твердо стоит на любой поверхности, даже во время самых интенсивных виртуальных сражений. Геймерская мышь с оптическим сенсором оснащена 4-уровневым переключателем разрешения со светодиодным индикатором. Симметричная форма мыши подходит и для правшей, и для левшей. Устройство оснащено резиновыми боковыми вставками для удобного размещения на любой поверхности. Мышь проводная, оснащена подсветкой и питается от USB. Еще один комплект от Asus, на который хочется обратить ваше внимание, это TUF Gaming Combo K5 и M5.
Геймерская клавиатура с переключателями MacBrain имеет удобную конструкцию, износостойкое покрытие, предохраняющее ее от внешних воздействий, царапин, трения. Она не боится влаги и не выйдет из строя, если пролить на нее жидкость. Есть светодиодная подсветка клавиш, которую можно настраивать по своему вкусу по 5 независимым друг от друга зонам. Можно выбрать оттенок и динамический визуальный эффект. Символы на полноразмерных клавишах нанесены крупно, подсветка выглядит ярко и четко. Нажатие на переключатель ощущается отчетливо, происходит бесшумно, мягко и быстро. Полный ход высоких клавиш составляет 3,7 мм. Клавиатура способна корректно обрабатывать до 24 одновременных нажатий. Для комфортного положения рук в процессе игры предусмотрена встроенная подставка под запястье, а в верхнем левом углу корпуса размещены клавиши для управления мультимедийными приложениями. Отрегулировать звук можно с помощью мультимедийных клавиш, расположенных в левом верхнем углу корпуса. Это можно сделать, даже не отрывая правую руку от мыши. Клавиши полностью программируемые, записывать макросы можно непосредственно в процессе игры, а встроенная память позволяет сохранять персональные настройки, чтобы те не терялись даже при подключении к другому компьютеру. Входящая в комплект легкая эргономичная маневренная мышь одинаково удобна для правшей и левшей вне зависимости от типа хвата. Она имеет оптический сенсор игрового класса с настраиваемым разрешением до 6200 точек на дюйм. Покрытие корпуса прочное, долговечное. Надежные переключатели Amron рассчитаны на 50 миллионов нажатий. Тефлоновые ножки рассчитаны на 250 километров пробега. Мышь подсвечивается. Подсветка Aura синхронизируется с другими Aura-совместимыми устройствами. Геймерская мышь оснащена 6 программируемыми кнопками и встроенной памятью для хранения различных конфигураций. Завершает наш обзор набор Hori Tag Pro Type M2. Он включает клавиатуру с подсветкой и дополнительным функционалом для игровых консолей и игровую оптическую мышь класса Tag Pro Tactical Assault Commander для PS4, PS3 и PC. Этот набор отличает футуристический дизайн клавиатуры, красивая ярко-красная подсветка клавиш и удобство управления. Особенности комплекта включают использование клавиш WASD или аналогового джойстика движения, программируемые профили пользователей и FPS-специфические горячие клавиши. Устройство официально лицензировано Sony. Современные кроссплатформенные игры масштабные и управляются как джойстиком, так и клавиатурой с мышкой. Тут главное, кто к чему привык и на чем играет. По замыслу разработчиков, купить Hori Tag Pro могут люди, которым сложно играть в шутеры на штатном контроллере. Но это не означает, что спектр использования девайса сильно ограничен. Tag Pro отлично подходит для любых игр. Клавиатура игровая и не предназначена для набора текста, у нее грамотная и очень удобная раскладка. При этом удобную клавишу можно перенастроить под стиль игры конкретного пользователя. Отдельно следует отметить, что при подключении Tag Pro PS4 PS3 к компьютеру можно применить предустановленные профили настроек, которые выпускаются для каждого актуального на сегодня сетевого шутера. Это очень удобно и максимально упрощает сам процесс настройки. Мышка не такая выразительная, как клавиатура, и по своему внешнему виду напоминает обычный добротный игровой девайс. К основному геймпаду она подключается через специальный разъем USB. Производитель допускает также использование других моделей мышек, совместимых с Tag Pro. Клавиатура геймпад имеет разъем для наушников или гарнитуры, а также специальный переключатель PS4 PS3 ПК, который мгновенно настраивает ее при подключении к соответствующему устройству. Итак, это был обзор 5 лучших комплектов для геймеров по версии нашего канала Device. А какой из них понравился вам больше? Какой бы вы приобрели для себя и почему? Поделитесь своим мнением в комментариях под видео. Подписывайтесь на наш канал, если вы не сделали этого раньше. Нажимайте на колокольчик, вас ждет много интересных обзоров. Увидимся на канале. Всем пока!